привет! С вами Channel Vova! И сейчас я накопил Brawl Pass! Начнем открывать. Вот, мои кристаллики. Я вас так долго копил. Давайте активировать. Все, я Brawl Pass активировал. На бабушкином аккаунте. Все, у бабушки светится ник. Давайте сейчас начнем с принцессу Шелли. Крутая она. Посмотрим, что набор значков выпадет. Грустный Брок, радостный Брок и особенный Динамай, который он хлопает. Так. И Бравлер Эш. Вот, видите, я его просто взял. Короче, ребят, это надо мне заслужить лайкосик и подписочку. Сейчас это закинем все на Эша. Так. Это тоже на Эша кидаю. Так. Открывай большой ящик. Блин, никто. Никто тоже. Сначала все большие ящики откроем. Блин, почему никто не падает? Я просто рад! То, что я активировал Brawl Pass. Это, ребята, короче, мне надо заслужить лайкосик и подписочку. Да, я прав. Так, сейчас. Это Спраут! Это, ребята, топчик! Это надо, чтобы мое видео залетело в рек. Так. Забираю монеты. Так. Блин, ребята, это просто шок! Так, это на Эша я кидаю. Забираю все монеты. Злой, хлопающий. Мегаящик, 5 предметов. Ну, как всегда. Все самое интересное. Никто не выпадает. Так, на Эша закидываю. Это, ребята, я капец какой радостный. Так, открываем. О, 6! Это Карл! Капец, ребята. У меня сейчас, наверное, сердце выскочит. От радости, наверное. Это на Эша кидаю. Так. Это тоже на Эша кидаю. Так. Открывай мегаящик. 5 предметов. Ну, как всегда. Это тоже на Эша кидаю. Так. Это тоже на Эша. И это тоже на Эша. Капец, ребята. Я просто счастлив. То, что у меня Brawl Pass активирован. Да. Короче, ребят, давайте будем на это заканчивать. Все, подписываемся, ставим лайк, нажимаем на колокольчик, пишем комментарий. Всем пока!